Друзья мои, я начинаю запись, хорошо? Ага, вон, все хорошо. Да. Все, let's start. Давайте начнем. Давайте начнем. И слово предоставляется Айжан Сагихоза. People, I am Nigmet Ibadilin from KIMEP University, and floor is given to our co-host, it is Ayajan Sagikhoza, who is representing KAZGU and Philosophical Congress of Kazakhstan. So, Ayajan, and with cooperation of Embassy of the Republic of Kazakhstan to the Kingdom of Norway. So, Айжан, floor is yours. Айжан, пожалуйста, говорите. Спасибо большое. Рахмет Куд. Хурметтар Тестер, уважаемые коллеги, сегодняшнее наше мероприятие, публичная лекция известного философа современности, почетного профессора философии университета Бергена, господина Гуннара Скирбека, проходит в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан, в университете, Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. И прежде всего хочу выразить огромную благодарность профессору Гуннару Скирбеку за согласие провести две лекции для нашей аудитории. И отдельную благодарность хочется выразить посольству Республики Казахстан в Королевстве Норвегия и в лице чрезвычайного полномочного посла Казахстана господина Акинжанова Иркина Кадырбековича и представителя посольства Ильяса Умарова. Наше мероприятие сегодняшнее, оно проходит... организовано... Айжан, я переведу? Да, давайте. Dear participants, it's my great honor to welcome all of you over here. And it is very prominent event for our community in Kazakhstan, and it is also devoted to the 30 years of independence of the Republic of Kazakhstan. Yes. And we are honored to welcome today Professor Gunnar Skirbek. And it is going on with the cooperation of KAZGU University, Kazakh State National University, and with assistance of the Embassy of the Republic of Kazakhstan, and with the participation of His Excellency Yerkin Kadirbekovich Akhinjanov, our ambassador of the Republic of Kazakhstan to Norway. And special thanks to Ilyas Omarov, representative of the embassy, and may I add that KIMEP is also part of the deal. Yes, please. Наше мероприятие организовано Центром Аль-Фараби Казахского национального университета имени Аль-Фараби и при поддержке Казахстанского философского конгресса и университета КИМЕП. Отдельную благодарность хочется выразить Нагмету Ибадилдину. Он сегодня будет у нас модерировать и переводить лекцию профессора Скирбека. И я хочу отметить, что сегодня вот мы видим сейчас 72 человека. Я думаю, что еще подключатся. У нас присутствуют ученые, преподаватели, докторанты, магистранты не только Алматы, но и из других городов Казахстана. Всех вас приветствую. Я не буду много говорить, отнимать время. Да. Давайте вот, сегодня лекция, я думаю, будет очень интересной. И действительно, такого уровня философ, он у нас, мне кажется, впервые выступает вот с такой вот публичной лекцией. Yes, thank you very much. Again, we are having this
event in cooperation with the Philosophical Congress of Kazakhstan and University of Kemep. Special thanks to Nagmet Ibadilin, which is me, moderator and interpreter. And it's we have already 71 participants, and it's first time we have this scale of event when well-known philosopher is speaking to this wide audience in Kazakhstan. Thank you very much. I will not take so much time. Now, according to our agenda, we should have speech by His Excellency Ambassador Yerkin Kadirbekovich Akhinjanov. Is he coming? Yes, I'm here. Yes, please. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, достар, қандар мен мырзалар. Сіздермен осындай онлайн форматта болса да кездескеніме өте қуаныштымын. Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо за предоставленную возможность поприветствовать сегодня такую замечательную аудиторию. Dear friends, Professor Gunnar Skirbek, for me it is an honor and privilege to welcome all of you today. Though people often think that embassies are mostly busy with promoting political and economic interaction between nations, it is also our priority to extend every possible assistance in establishing and developing dialogue in such important areas as science, research, and education. As a step in this direction, today we have an excellent chance to welcome Professor Gunnar Skirbek from Bergen University, a world-renowned scientist, a representative of the Frankfurt School of Philosophy, associate of Herbert Marcus, Jürgen Habermas, Karl Appel. So, without any further ado, I would like to pass the floor to the next speaker and enjoy our today's event. Thank you. Рахмет. Уважаемые друзья, уважаемый профессор Скирбек, для меня огромная честь и привилегия приветствовать вас сегодня. Люди думают, что посольства обычно заняты продвижением политических и экономических связей между государствами, но наш приоритет в том числе также использовать любой шанс для развития диалога в таких важных отраслях, как наука, исследование и образование. Поэтому сегодня у нас также отличная возможность послушать лекцию профессора Гунара Скирбека из университета Бергена, человека, который представляет Франкфуртскую школу философии, который работал с Гербертом Маркузе, Юргеном Хабермасом, Карлом Эйпелом. Ну, пожалуйста, предоставляется слово следующему спикеру. So, Gunnar, floor is yours. I will start translation as well of the presentation. Добрый день. Good afternoon, everybody. And thank you for this invitation to give these two lectures, actually today and tomorrow, for a Kazakh audience. And also my thanks to the organizers. The title of my presentation, as you see, is Multiple Modernities and a Tale of Scandinavian Experiences. And the first question then is, what do we mean by modernity? There are various notions of modernity. Some, I would say, would take capitalism and technology as the main characteristics of modernity. And for some reason, if you take the translation. Спасибо за то, что вы предоставляете мне такую возможность, и спасибо всем участникам. И вообще это будет две лекции. Одна будет именно вот сегодняшняя, а вторая будет по истории философии завтра в это же время по этому же линку. И тема нашей лекции – это множественность модерна. Множественность модерна и скандинавский опыт в данном случае. Ну, что такое модерн? Yes, please. Then there are certainly some counterviews to this narrow concept of modernity. Stressing that there are more institutions than capitalism to take care of, that there are more
knowledge problems than those related to technology. And then we have, as you see at the bottom of this page, the more sociological, historical approach of the Frankfurter School, if you like, Habermas, also Weber, where differentiation is seen as a characteristic of modernization with institutions and epistemic spheres. So the next then question, next page, please. The next. Что такое модерн? Что такое вот современность, модерновость? Кто-то говорит, что это технология, капитализм. Но в то же время вот Франкфуртская школа и также Макс Вебер, они поддерживают такую идею о том, что модерн — это прежде всего развлечение, дифференциация. Институты, ценности — в этих сферах происходят изменения. Именно модерн, он происходит здесь. Then there is a question whether there is only one modernity, one process of modernization common to all. Some would say that we would all be like the United States and go through the same processes. Then there is a counterview that there are a lot of different modernizations, modernization processes. Those are two positions. The position I will defend today is that there are actually some aspects of modernization that are common and universal and therefore, to some extent, to be taken care of by all of us. And at the same time, there are different processes. So that will be my two claims. Ну, мы можем говорить о том, что модерность универсальна, о том, что существует только один путь ну, вот, в модернизацию. Это один он для всех, вот, например, там, западный, США, или существует множественность путей модернизации, или комбинация этих двух подходов. Я хочу развивать идею о том, что это комбинация двух подходов, о том, что есть универсальные какие-то моменты модерна, и в то же время есть свои специфические черты. So, on the one side, I will say that there are some aspects with modernity and modernization that are actually universal for everybody, east or west, south or north, Muslim, Christian, atheist, Buddhist. And at the same time, there are varieties of processes of modernization. And I'll try to show how this interplay between the two aspects, the modernization, which is common to all of us, and processes that are different and special. I'll try to illustrate that by a case, namely process of modernization in Scandinavia. Существует универсальность модерности, то есть Запад, Восток, Азия, там, Север, Юг, но в то же время существуют специфические черты модерна в каждом отдельном случае, и об этом мы будем сегодня говорить. So the first question now to follow up is, what do we mean by modernity? I would say at least the sciences should be included. And the sciences in all of their forms, all the forms of rationality. Прежде всего, в модерн мы включаем, по крайней мере, науки, научное знание, все науки как формы рациональности. First of all, naturally, instrumental rationality, as in the natural sciences, causal explanations, instrumental activities. Но прежде всего это инструментальная рациональность, которая относится к естественным наукам, когда рациональность, именно знание, используема, используется для чего-то. But also interpretive rationality, because we are not only coping with nature, we are also trying to understand each other as individuals and cultures, the meaning of what people are doing and saying. Но кроме инструментальной рациональности присутствует также и как и интерпретативная рациональность, то есть истолковывающая рациональность в плане того, что нам надо не, мы не только используем природу, мы стараемся ее понять. И понять именно вот в плане это отличающееся понимание, интерпретация всех этих знаний о мире. That goes for living people, but also for texts. Either legal, religious, or literary. How to read the
and interpret the Bible, the Quran, or the American Declaration of Rights. So it's also a question about how to go about in interpreting texts. Ой. То есть такого типа рациональности, она относится не только к людям, но и к текстам, как они истолковывают окружающий мир и какие знания мы именно извлекаем из этого текста. Это относится и к священным текстам, и к Библии, и к Корану в том числе. So that in a full, what I would call a full-scale university, you have all the disciplines, and not only what in English is called science, meaning the natural science, all kinds of disciplines are included. And not only that. То есть what... во всех университетах присутствует такая what? Рациональность. А в плане, в каждой дисциплине, это не просто там западные университеты, каждый раз есть своего рода интерпретация знания. И она также подается именно в форме рациональности. But then we come to argumentative rationality, and we can take the next page. Because in all the various disciplines at the university, what do they have in common? If you look at the various departments, people are doing very different things. They are in the libraries, they are doing field work, and so on and so forth. But what all scholars and scientists at the university are doing at the end, they are discussing. They are discussing the doctoral dissertation, presenting what they have, looking for arguments and counter arguments. So actually, argumentation is part of university life, but it's more than that. Но кроме этого существует рациональность аргументативная. А что такое? Ну вот. Самый лучший перевод, мне кажется, как раз вот аргументация в данном контексте означает то, что знание может быть очень разным. Все вот эти вот университетские кафедры, они производят самые разные виды знания, они изучают разные объекты, но в то же время они, все, что их объединяет, это открытость к дискуссии о том, что знание, оно доказуемо. Yes, please. To be sure and to know what you are claiming, you have to know the counter-arguments. If you do not know the counter-arguments, how could you be sure that you are right? То есть вы доказываете что-то, но вы должны также быть готовыми, что существуют контраргументы. Как вы можете доказать что-то, если не можете опровергнуть контраргументацию? And also, there are, as we know, various conceptual perspectives in economy, in social science, and so on. And also culturally, we all see from various perspectives, not from God's eyes view, seeing everything from all aspects and perspectives at the same time, which means that it's important to know what one's own perspective is and what are the alternative perspectives. It's said that there are two things the students would learn. Learn a model and that the model is not reality. В то же время, когда мы в процессе аргументации и контраргументации, мы представляем различные, даже не точки зрения, а перспективы. И мы представляем как перспективы школы, какой-либо научной, перспективы там, культуры, личные свои. И поэтому в данном случае понимание о том, что ты представляешь что-то, и твой оппонент также представляет какую-либо перспективу, это важно для понимания нашего именно рациональности аргументативной. И также и студенты, они всегда должны осознавать, что существует окружающий мир и существует модель этого мира, и это две разные вещи. That means that some element of self-reflection and self-criticism is part of modern rationality in this perspective. So this is important at universities, but certainly also in the public sphere where we are discussing with each other. И также, исходя из этого, мы понимаем, что в рациональности присутствует момент рефлексии, саморефлексии о том, что мы понимаем ограниченность нашей перспективы, и это важно не только для научного какого-либо опыта, но и также для общественных площадок, публичных сфер. And this is often part of learning processes, of mutual socialization, of role-taking, of seeing one's own position from the outside and trying to see the other person's perspective.
In short, it is a practice. It's a formative practice, a Bildung in German sense. То есть понимание того, что существует другая точка зрения, это часть социализации в том числе. О том, что это взаимная социализация, мы понимаем, что существуют другие точки зрения, что эти другие точки зрения могут существовать наравне с нашей. И это приходит через практику. Это не просто ну, там, в теории, а человек с этим сталкивается через социальную практику, и это становится частью его ну, формирования. Именно как личности, как формативный опыт. So to end up with a catchword, then one should avoid being argumentophobic. Ну, поэтому не надо опасаться того, что кто-то слишком много спорит. Никакой аргументофобии. Ну, на уровне студентов имеется в виду. Yeah. Next page then, because, as we said, there are not only the natural sciences with instrumental rationality, but all kinds of sciences, and they are needed for various reasons. I shall come back to that. But there is a need for all the various rationalities in the modern world. Ну, существует не только вот эта вот инструментальная рациональность для естественных наук, но все науки, все типы рациональности, все дисциплины, все типы рациональных практик, они также присутствуют и в социальных науках, в критических социальных науках, а именно в современном понятии модерна. A few cases might illustrate the point. As we see, for instance, among the ISIS people, they are very much in favor of new technology in weaponry and in communication, but they tend to have a pre-modal mentality and activity. And that's a fatal constellation. And the same, if you like, to some degree, you might see in the new NATO, where you have natural science and military science, but the lack of, should we say, social and humanistic expertise, which you can see in some of the wars that were started in Afghanistan, in Iraq, in Libya. So there is actually a, not only an intellectual question, but a practical question, to which extent all the various sciences and the critical self-reflection is present and not only technological and natural scientific rationality. И вот эта вот рациональность, саморефлексия, она должна присутствовать не только в естественных науках, инструментальной там, рациональности. То есть, например, в обществе могут быть развиты все вот эти вот научные какие-либо приспособления технологические, а само общество может функционировать на каких-то домодерновых принципах. Или вот пример НАТО, которое совершенно инструментально наращивает военные какие-либо свои мощности, и в то же время оно какие-то моменты именно гуманистичности отсутствуют, которые, возможно, существуют там в других сообществах, в Афганистане, в Ираке, у которых нет такой военной мощи, но которые индивидууму обеспечивают какие-то другие связи. Yes, please. So in that sense, one should not be what I would call half-modern. There is a challenge of not going in that trap. То есть не надо попадать в такую ловушку полумодерновости. So, if we hold on to this, should we say, epistemic intellectual commonness in modernity, then on the next page, I will also stress another aspect in modern time, which is common to all of us, and that is all the crises in the world, serious crises, often interrelated, start with the climate crisis, ecology, etc. So I'll stress not only are there common aspects in modernity, as we have now seen, related to the sciences and epistemic problems, but also, should we say, on the bottom of society, in the world out there, on two levels, so to speak. Ну, кроме вот этой общности рациональности через все вот эти сообщества, а также, что мы разделяем все вместе в мире, это кризис, о том, что мир в кризисе,
И этот кризис из самых серьезных, все эти, это несколько кризисов, и они между собой взаимосвязаны. Кризис окружающей среды, климатический кризис, все, что относится в данный момент к природе, геополитический, социополитический, кризис познания, именно вот эпистемологический кризис в том числе, это тоже объединяет всех нас сейчас наравне с этой рациональностью. Yes, please. Yes, so some of the urgency of the problems with the various sciences and the relation between them is actually founded in the challenges on how to cope with the crisis in the world. So there are these two levels. Both of them are then important. But if that is common to all of us as challenges to all of us as part of modernity, then next page, what is then special? Where are multiple modernities an aspect? And I would say very briefly. Существуют вот эти два уровня модерности, которые общие для всех. Это вот именно на уровне там, инструментальном, аргументативном, интерпретационном. И вот уровень вот этого кризиса, который также нас объединяет. Но в то же время существуют и специфические черты, которые не относятся ко всем. Yeah, so then you have all the historical processes. Partly due to topographic, natural related conditions, resources, challenges, etc., but also to wars, crises, classes, what have you. So there are a huge degree of differences in between in the social institutional realm, and that's exactly where we have what I would call multiple modernities. Also in the West, and that's what I'm trying to pick out then in the next of my presentation, that there isn't only one West either. There are actually multiple modernities all over the place. И то, что отличается общество друг от друга, это, конечно, там историческая судьба, какие-либо там природные обстоятельства, институциональное развитие, опыт предыдущий. В плане социально-политическом и Запад в данном смысле, в этом числе, также не является монолитным. И на Западе также существует множественность модерна. Yes. So, I have a notion of modernity, and now I'll try to show how modernity is played out in the multiple way in this special case, the case of Scandinavia. Ну, я расскажу как раз по варианту Скандинавии или по кейсу Скандинавии, что происходит о том, что модерность может быть и специфической, и уникальной. Let me add at this point that this was a discussion that came up with Chinese colleagues and friends when we discussed cultural modernization in Asia and Europe. And my Chinese friends tended to speak very much about the West without distinctions. And I felt I had to give lectures saying something about the variety in the West. And that's the background of what I'm now going into. Я вообще пришел ко всем этим идеям и мыслям, потому что была дискуссия с китайскими коллегами по поводу именно культурной модернизации, и для них Запад — это одно. То есть это единое целое, которое представляется вот таким монолитом. Но Запад не является единым целым. Существуют различные варианты. Okay, and I'll start with 1814, the year of the end of the Napoleonic War, and the development up to 1884, when parliamentarianism was introduced. Ну, я начну с 1814 года, с наполеоновских войн, и мы начнем с этого, ну, с фокусом на Норвегии.
Norway was on Napoleon's side due to an attack from the British on the harbor in Copenhagen, and we lost the war. And at that time, Norway was handed over from the union with Denmark into a union with Sweden. That's the first point. Норвегия в этой войне была на стороне Наполеона. И, ну, Наполеон и союзники проиграли войну. Ну, вот как часть вот этой унии, Норвегия была на стороне Наполеона, и по результатам войны была передана, если не сказать, в Швецию. Let me just add that Norway was not a rich country, and during the 7 years war, people were starving, and the situation was very tough. But exactly at that time, a new constitution was written and adapted, so we got a new constitution in 1814, and I'll go into that. Норвегия была не очень богатой страной. Господа и дамы, вы можете все выключить те микрофоны, кроме спикеров? Иначе идет эхо, по-моему, всем неудобно. В 1814 году Норвегия была совсем не богатой страной, очень бедной, и, несмотря на это, была записана конституция в этот момент. And on the background of this constitution, on the next page, let us look at the classes, the main classes in 1814. And there are five I will mention here. The first are the state officials. They are university educated. Second, farmers and freeholder peasants who were economically independent and for the most part literate. Those are the two classes I will focus on. But then you had the bourgeoisie, economically independent, and nobility, very few and formally abolished in 21. And then workers, but pre-industrial mainly then in agriculture. Ну, давайте остановимся на классах Норвегии в 1814 году. Это были государственные чиновники. Первое, которые в основном были, вернее, они были все образованы, фермеры или свободные крестьяне, которые экономически были достаточно независимыми и в большинстве своем образованы. Буржуазия немногочисленная, не очень богатая, но экономически независимая. Yes, please. Okay. Then next page, let's look at the state officials first. The state officials in 1814. Благородные. Sorry. Их было мало, то есть формально, по-моему, не было про это сказано. Нобилитет был отменен в 1821 году и доиндустриальные рабочие. Давайте следующее. Посмотрим в деталях. Okay. Yeah. The state officials, they were mainly two kinds, theologians and legal scholars. Ну, государственные чиновники, в основном это были теологи, лютеранский протестантизм и юристы. Also military, but since we had no wars for the 100 years with Sweden, they were more engineers and were not that politically important. Также были военные, но так как у нас не было войн там более 100 лет, последняя была со Швецией, военные не были так важны и влиятельны. В основном среди них были технические специалисты, инженеры. But let's now look at the state officials from the perspective of modernization theory. Let's take the theologians. To be a Lutheran theologian in Lutheran Protestantism, you had to know Hebrew, Greek, and Latin. Ну, давайте посмотрим с точки зрения образования на них, эти классы. То есть, если вы были теологом, надо было знать, иврит, греческий и латинский. That is not innate, nor hereditary, and you can't buy it. You do get it by an examination. They are meritocrats. They are not corrupted by force or
heritage or background or anything of that kind. Каким образом это все способствовало модернизации? Ну, это до этого было сказано. О том, что вот эти вот знания языков невозможно было купить. Их надо было именно выучить. Человек не рождался с таким знанием. И там не было никакого влияния по факту рождения, по факту там, физического какого-то превосходства. Let us add that as university educated, they were in the 19th century socialized into a full-scale university with all scientific and scholarly disciplines and with the doctoral dissertation and argumentation as part of the life at the university. Также эти люди проходили университет, где происходила полная социализация или полноценная социализация со всеми необходимыми научными и исследовательскими дисциплинами, и в том числе процесс обучения включал защиту докторской диссертации, то есть это была какая-то аргументация, доказательство. Certainly from the 16th century onward, the university life was pretty mediocre, but when you came into the 19th century, things started to function better academically. And it does make a difference whether priests, ministers, imams, rabbis are educated in a private school downtown or whether they for centuries are part of university life where they have to live together with people in other disciplines and where they have to watch and take part in doctoral dissertations. It does have some kind of civilizing aspect, some kind of modernizing aspect. То есть очень вообще вот это университетское образование в Норвегии было очень посредственным, начиная с основания университета в 16 веке, но к 19 веку это значительно улучшилось. То есть люди получали именно формальное образование, и очень важно, что было погружение в среду университета о том, что если ну, священник там, либо это имам, ребе получает образование в университете, или же они получают образование в частной школе. Потому что университет, когда люди живут вместе, спорят вместе и погружены также в научные какие-либо дисциплины, это другой вариант модерна. So let's look at the people's movements. The farmers' movements, the people at that time were farmers, various kinds of farmers. Давайте посмотрим на людей, именно на массы, то есть на движение людей, на фермеров, например. Давайте. Yes, please. These movements started actually during the time when Norway was part of double monarchy with Denmark, but went on through the Napoleonic War and went on later up through the whole 19th century. It started with religious questions and ended very fast with political issues. Давайте посмотрим, как происходило движение масс. И это началось еще, когда Норвегия была частью унии с Данией. И тогда участие людей в таких вот массовых диспутах, оно носило религиозный характер. То есть основные диспуты, основные вопросы были посвящены религии, но очень быстро они трансформировались в политические вопросы. They started mainly as young farmers who wanted to get on with their life also in a practical way. To some extent they behaved like Calvinists in Weber's perspective. That is, they were active, practical, innovative, worldly in their activities, in crafts, industries, shipping, trade. So, and they were good at instrumental rationality, not on a theoretical level. They didn't read Newton or what have you, but in their practice, they were very much in favor of and also pretty clever in instrumental activities.
То есть все вот эти молодые фермеры, все их дискуссии, почему они были религиозного плана, это походило именно на кальвинистские дискуссии о том, что как ты живешь, что ты делаешь, каким образом ты трудишься, какие отношения у тебя там с коллегами, в семье. В то же время эти люди были очень развиты в плане инструментальной рациональности. То есть это была не теория, это были именно практические какие-то навыки, что они проговаривали, то они искали то, что как они должны себя вести в практических именно аспектах. Yes, please. And also in interpretive activities for practical reason, because there were laws that gave them the right to speech, a freedom of speech, but not of organization. So they had to argue for legal changes, and they had to argue also on religious grounds because they had other views than the upper class, though they were both Lutherans. So they were very eager in interpreting both legal texts and religious texts. И в то же время у них развивалась именно интерпретативная рациональность, потому что у людей была личная свобода, у них была свобода слова, но не было свободы организации, им надо было постоянно обсуждать юридические вопросы между собой, и также религиозные тексты, какие значения, какие смыслы были вложены в эти религиозные тексты в плане именно протестантизма. Хотя вот это вот лютеранство было и на высших классах, и в низших классах, тем не менее дискуссии были очень оживленные. What? Okay. And then they had certainly to argue that their interpretation is a better one. So they had to argue, and where did they argue? They argued in public sphere, newspapers coming around. They argued in their various institutions. We got municipal councils in the 1830s. They became members there. They became members of the National Assembly, where they had to argue. So they took part in these discussions within the new institutions that were created by the Constitution, the National Assembly, municipal councils, and in the public sphere. Но где происходили эти дискуссии? Это было не только вот в каких-то маленьких там сообществах. Это было именно в общественной сфере. Эти люди становились... прежде всего, это были муниципальные какие-либо советы, но в то же время некоторые из них продвигались в национальные какие-либо сообщества, ассамблеи. И там and это часть именно аргументативной рациональности. And a final point, and that is self-organization. That is learning in practice how to organize and how to speak and how to argue in public space. That was a thing that they practiced. Это была практика самоорганизации, то есть они учились через практику, как организовываться в эти сообщества, как говорить публично. And finally, then they participated. They did not make a sect. They stayed in the church, state church. They didn't leave the political sphere. They stayed within the political and social institutions. So. Let us go to the next, if those are the special aspects of modernity also within these classes, the people's movements. Let's take a brief look at historical conditions behind. Next page, please. И вся вот эта самоорганизация, она не была на уровне секты. Это было все в публичном поле. То есть люди... рассуждали и обсуждали вопросы в церквях, которая была государственная церковь, они обсуждали это не на уровне каком-то микроуровне, они обсуждали это в публичных каких-либо сферах. Ну, давайте теперь поговорим дальше про исторический контекст. I try to show that both the state officials and the people, and those in the people's movements, they had aspects of
modernization of modernity in the epistemic sense, both of them each in their way, not in a perfect sense, but to some degree. Those were universal aspects of modernity. But then I would refer to a couple of historical special conditions. Я бы хотел сказать, что вот это вот специфический путь модернизации, исторический специфический путь, он в то же время имел черты универсальных аспектов, например, вот эпистемологических. Об этом мы сейчас и поговорим. The first thing is that actually in Norway there had been a national law from 1274, pretty long time, it stayed for 400 years. So there was a long tradition of the rule of law. In parentheses, the word law in English is actually a word that is taken over from the Norse languages. So the Vikings went just wild, they were just very much in favor of law. But that's the first point, the rule of law. And the second point related to it is that the farmers had legal rights for the ownership of their land, the odelslov or the alludial land rights, that they could not be just chased off the land as the farmers, the peasants were in Scotland during the process of the industrialization. Но прежде всего вот эта вот традиция, долгая традиция верховенства права о том, что первый письменный закон в Норвегии датируется 1274 годом. Вообще, само слово закон, law, извините, право, в этом контексте лучше право, в английском языке он идет с северных языков, о том, что именно вот этот закон, который обязателен для всех. И второй момент о том, что у фермеров всегда были юридические права по собственности на землю. И это вот называлось права на землю аллодиальные. И в этом отличие Норвегии, например, от Шотландии, где фермеров сгоняли. And the final point now is that everybody had to read, because in Protestantism there is the institution of confirmation in the age of 15 or so, that every person, boy or girl, had to be examined by the minister, the priest in the church, and they had to know what's written in the Holy Scripture, in the Bible and in other scriptures. And if you didn't pass, you were not allowed to marry. And this is before contraception, so there is temperature on this. So everybody had to learn to read. And that goes back to 1737, when the law came about. Следующий аспект – это грамотность. С 1737 года обряд конфирмации был обязателен для всех молодых и людей, и я имею в виду молодых людей и молодых девушек. И когда они сдавали конфирмацию священнику, они обязаны были читать Святое Писание, Библию, ну, и какие-либо священные тексты. И это было обязательно в плане того, что если человек не мог прочесть, он не проходил конфирмацию, и он не мог жениться или выйти замуж без этой конфирмации. А это же происходило именно в эпоху отсутствия какой-либо контрацепции, и там, брак это был защитой в том числе. Okay, next page. So much about the general aspects of modernization in the two main classes here now. But what is special? What is special? Various things, but at least this, I think, that during the period of 70 years, 1814 to 1884, there was a process of struggle and collaboration between these university-educated state officials and well-organized and enlightened popular movements. It was class специфического было, а был взаимный. Это был взаимный процесс, ну, обучения и притирания, борьба и сотрудничество между людьми, которые получили университетское образование государственными чиновниками,
и хорошо организованными и просвещенными движениями масс. И это происходило вот именно на протяжении 70 лет, с 1814 года по 1884. Yes, please. Yeah, there were class struggle, sure, and cultural struggle too, and power struggle. But within the National Assembly, they had somehow to collaborate and sit together and to listen to each other. So that was also a kind of mutual learning process and mutual collaboration. So when we get to 1884, we have the introduction of parliamentarism, where the government is formed by the majority of the National Assembly. And let's look at that, because that's a major point. То есть это была классовая борьба, культурная борьба, борьба за власть. Но в то же время эти люди были вместе. То есть это была борьба и, с другой стороны, взаимное обучение и взаимное сотрудничество. И это происходило вот на протяжении 70 лет. И эти классы, они учились сосуществовать. И в 1884 году, когда было введение парламентаризма, правительство формировалось именно большинством национального собрания или парламента. Yes, please. Yeah, the introduction of parliamentarism was to when it, to a shift of power to the extent that the National Assembly with its elected members got the upper hand to decide who should be in the government. Not the king, which we had, he was a Swede and didn't play a very important role, but now it was not the government appointed by the king, but it was the government appointed by the majority in the National Assembly. This might be seen as a problematic change in the view of the separation of power from Montesquieu to some degree. In that sense, it's could have been expected that the state officials who were the main actors in the government would use their force, military, police, to counteract the change or the attempt to change this relation of power. But that did not happen. They just abdicated. Mm-hmm. Все, что происходило, это очень-очень важно. Теперь не король назначал правительство, которое контролировало законы и бюджет, а национальное собрание или парламент назначал правительство. И это очень большое изменение, радикальное изменение. В данном случае, может быть, не было или не видно этого разделения властей, и ожидалось, что если у образованного класса государственных чиновников есть в том числе и полиция и армия, они будут сопротивляться данным изменениям, ну, так как это означает потерю привилегий. Но этого не произошло. So the state officials who were those who were sitting in the government could have used their power and could have had some arguments for it, but they did not. And look at what happened in the United States with Trump, who didn't want even to accept a lost election. Here they had actually some arguments to stand strong against the change, but they did not. So, был большой, существовало ожидание или была возможность этим людям, которые контролировали полицию и армию, что они будут ее использовать именно во благо себе. Посмотрите на США, где Трамп не согласился с результатами выборов. Way of explaining it is that during these 70 years, with this kind of struggle and collaboration, they started to know each other and started to have some trust to each other. То есть они на протяжении этих 70 лет уже узнали друг друга, и они могли доверять друг другу. Not that they liked each other, but that they knew that the other persons were reasonable enough. То есть они, может быть, не любили друг друга, они друг другу не нравились, но они понимали, что другой
оппонент является в том числе и достаточно рациональным. As we know from, for instance, Olmora O'Neill, there is a question about trustworthy trust, a trust which is based on good reasons. And that kind of trust cannot be bought, cannot be achieved by force, cannot be made by a decision. It has to be somehow a result of mutual experiences over time. Мы можем ссылаться здесь на Гильермо О'Доннелла, который говорил, что доверие невозможно купить, невозможно приказать, невозможно разрешить. Доверие должно вырасти, оно должно сформироваться каким-либо образом из взаимодействия и неоднократных практик там, взаимодействия между различными сторонами. Okay, I'll speed up a bit and next page, please. I'll just mention a few things before and after 84. We take the next page. Next page. Yes, please. One thing we can see is that before 84, before the introduction of parliamentarism, there were popular discussion groups, self-organized, where they actually took up very advanced questions and argued for and against and made resolutions. I have some of the references in this book, Multiple Modernity, or in Russian, Dargesky, Mentalitet Modernist. Ну, все вот эти вот группы, они обсуждали достаточно сложные вопросы. И эти вопросы упоминаются вот в моей книге, которая называется «Множественность модернов» или в переводе «Норвежский менталитет и модерность». And then after 84 with parliamentarism, there are at least three important events or activities. The one is the creation of parties, the right, left, and the Labour Party, and also of trade unions of various kinds. And the third thing, a common school for all children, not based on religions, various different religions, and also state religion then, and not on various classes. So those three institutions came then after the introduction of parliamentarism. Ну, после введения парламентаризма три основных события или момента общенациональных произошли. Это были сформированы политические партии, правые, левые партии труда, были сформированы профсоюзы, и также стала общеобязательная школа для всех людей, вне зависимости от религиозных и имущественных прав. Yeah, and then 1905, there is the end of the common union with Sweden without any conflict, by the way, peacefully. And let's and go to the next page again. В 1905 году прекратилась уния со Швецией, прошу заметить, мирная. And early in the 20th century, before we got money for the welfare state, there were progressive laws concerning working conditions for workers. We had industry at that time due to waterfall and other things, and also for in fisheries and agriculture. So there were laws for the working conditions and for family life, that all children should be treated equally, whatever kind of family, whether they were single mothers or whatever. So there were laws that were put into reality. Mm-hmm. Кроме этого, законы были приняты и еще в тот момент, когда Норвегия была бедным государством, не была государством там, социального благосостояния, а были приняты такие прогрессивные законы, которые касались условий труда и гарантировали определенные права трудящихся, и также законы о семейной жизни, которые гарантировали права ребенка вне зависимости, какой это был ребенок, и, ну, во всех смыслах. Семья с двумя родителями, с одним родителем, младший, старший. Please. And then also two other events I would like to mention briefly.
the agreement between workers and farmers that came about during the 30s after the economic crisis, the agreement between workers and farmers, and the collaboration also between national trade unions and national organization of employers, which we still have to some degree today. So these collaboration programs between these classes and between the various interests in capitalism was established before the Second World War. Перед Второй мировой войной также был заключены формальные соглашения, ну, именно вот после Великой депрессии, экономического кризиса, соглашения между рабочими и фермерами, а также соглашение и официальное сотрудничество между национальными профсоюзами и организаторами нанимателей или бизнеса. И эти соглашения были, они до сих пор действуют. Okay, next page, and very brief now. As you know, we were occupied by Nazi Germany for 5 years. We were fought, we have a fight for 2 months like France, and then we were just occupied. And each ninth person in Norway at that time was a German soldier. So they were all over the place for 5 years. And then after the war, the country had to be rebuilt. There were shortages and regulations, and it was a time for social democracy and for a further development of the Nordic welfare state. Ну, 5 лет войны мы были оккупированы, и немцы были эти 5 лет по всей территории Норвегии. Но после войны мы были достаточно бедной страной, но в то же время были сделаны шаги для построения именно государство всеобщего благосостояния, скандинавской или, ну, северной модели. What's worth underlining now is that Norway at this point is still a relatively poor country. But gradually, after the Second World War and partly then by offshore oil, we had an economic development with economic resources that also could be used for a general and generous welfare system, a welfare state. Ну, постепенно, несмотря на то, что Норвегия была достаточно бедной страной, экономическое развитие происходило, и это было связано также с нефтью, с офшорной нефтью, то есть нефтью морской, и экономические ресурсы накапливались для достаточно щедрого, щедрой системы социальных гарантий. Государство всеобщего благосостояния. But in this welfare state, and that's important, it's also an educational aspect. There should be one school for all children. That there should be free education. That should, and if possible, moderate social economic differences and a relatively egalitarian political culture. And then a high degree of trust in other people and political institutions. Not in any perfect sense, but that there were aspects of these characteristics of the welfare state. Ну, вот это государство всеобщего благосостояния, прежде всего, акцент был сделан на образовании, одна школа для всех, бесплатное образование и достаточно средние социально-экономические различия между классами, то есть относительно эгалитарная политическая культура и высокий уровень доверия и в других людей, и в политические институты. Okay, next page. Then, sure, thereafter and today there are all kinds of global problems in Scandinavia and elsewhere known to all of us. New technologies, jobs, communication problems, global capitalism related to that, the eco problem, climate problem. So, I mean, I would not present
this as an internal situation or as an ideal situation that is not in danger. It is certainly under pressure of all kinds. But it might be worthwhile looking back at Scandinavian and Norwegian experiences to see. Определенное давление всех вот этих вот мировых проблем существует, и экономический кризис, и кризис технологический, и кризис капитализма, и кризис климатический, окружающей среды. И в данный момент, может быть, имеет смысл посмотреть не только вперед, а обратно на в историю этой скандинавской модели. So that's one of the problems we were discussing with my Chinese friends and colleagues, the aspects of general modernization and special modernization. And just to make the conclusion clear, if you look at England or the United Kingdom and the role of nobility and upper class and the lack of state officials in the sense of Norway, you'll see that it's not the same kind of modernization. And with France, something of the same. As for Germany, yes, they had state officials in Prussia, but they did not have the kind of progressive popular movements that we had in Scandinavia. So in these cases, you see, and that's my point now, to show that there are different ways to modernization, also within Europe, also within Central and Western Europe. It is not just one modernity, but many, and in that sense, multiple modernities. Ну, что я хочу сказать опять о том, что дорога к модерну, она не одна, их множество. И скандинавский опыт это демонстрирует. Как мы обсуждали с китайскими коллегами, с чего я начинал свою речь, о том, что Запад, он не монолитен. И если вот в Великобритании модерн происходил с точки зрения и под давлением именно благородных, ну, нобилитета, привилегированных классов, у них отсутствовал вот этот слой чиновников. Во Франции примерно такая же история. В Германии там был огромный класс чиновников, образованных, но в то же время у них отсутствовали вот эти вот общественные движения, самоорганизующиеся. Yes, please. Yes, the last page then. And what can we learn from this? And my point would be that, yes, there are universal aspects of modernity or modernization common to all of us, either for internal rational reasons or because all kinds of rationality is needed in order to cope with the serious problems in nature-related crisis. So the first point is then that there are actually aspects of modernity related both to the epistemic and to the nature-related challenges which we are all faced with, and where there is a need for some appropriate institutions and roles, but how those institutions would be formed, that's another question. But there are something in universal and common to all. That's the first one. Ну, существует опять вот в заключение, что я хочу сказать, какие уроки можно вынести о том, что модерн, он может быть универсальным и общим для всех. Это сложные эпистемологические требования, системы по знанию, по доказуемости знания, по там, саморефлексии. И одновременно такой же аспект модерна, как серьезные кризисы, вызовы, которые относятся там, и к природе, и к требованию более адекватных институтов. В то же время существуют специфические в различных вариантах пути модерна. И эти специфические условия, они можно говорить о множественности модернов. Yes. So, and then that's the first claim I have. My second claim is that even though there are these special, these universal common aspects to modernity, the way it's worked out historically, socially, institutionally, will vary a lot. And we have to both acknowledge it and to try to learn from each other.
In that sense, it's very important to have a focus on multiple modernities. И кроме того, что существование этих вот множественности пути модернов, мы должны осознавать, это вот моя следующая формулировка, того, что эта универсальность модерна не отрицает множественность модернов в том числе, и мы должны учиться друг у друга, изучая специфические условия. And that is where I will conclude my presentation, and I am very keen to listen to questions and counter-arguments, and that is open for that. And you can show the last page then. Здесь я заканчиваю, и, пожалуйста, я готов к вашим вопросам, контраргументам. Мне было бы очень-очень интересно. И вот что опубликовано. Yeah. So thank you for your patience. It took a lot more time than I thought, but that's how it is. Пожалуйста, вопросы. Можно вопрос задать? Вы меня слышите? Слышим. Слышите, да? Очень интересный доклад. Громадное спасибо профессору. Я с большим удовольствием выслушала этот доклад. Действительно очень интересный. Но я тоже занималась французской школой и даже защитила докторскую диссертацию по одному из основоположников франкфуртской школы, Теодору Адорно, «Негативная диалектика». Вот. Мне кажется, что доклад очень интересный в том плане, что как... Я не смогу перевести так много. Да, что... Thank you very much for your speech. It was so interesting and informative. I also was working with Frankfurt School, and my dissertation was on Theodor Adorno, Negative Dialectics, my doctoral dissertation. So I want to comment as well. Please, пожалуйста. Да, и вот в последнем номере вопросов философии, 5 майский, как раз опубликована статья, посвященная философии прекрасного Гегеля и Адорно. Если будет интерес такой, то можно с ней ознакомиться в нашем журнале, российском журнале «Вопросы философии». Это ведущий журнал наш, вот мы его и своим считаем тоже по традиции. And in Russian Philosophical Journal, in the last volume, number 5, it was published article about this concept of the beauty by Hegel and Adorno. It's our leading journal. The notion of what? I didn't get notion that. Of beauty. Of beauty. Yes, by Adorno and Hegel. Философия прекрасного, да. Теперь, что касается доклада, вопросов очень много. И это уже, как сказать, говорит об уровне, научном уровне проникновения вот в реалии современности. Что очень много вопросов. Всех задать просто невозможно, потому что мы тогда до утра будем рассуждать. I have a lot of questions, and I cannot ask all of them, otherwise we will sit till the morning. Хотя бы 2-3 вопроса, ну, один, может быть, 2-3. Вот все-таки сейчас мы живем в ситуации уже не модерна, как вот философы пишут, а постмодерна. Вот. И даже после постмодерна, постмодерн. Вот. И, значит, наше внимание привлекают тексты постмодернистов, уже даже не франкфуртской школы, а Адорно был на грани между модерном и постмодерном, уже Адорно. Вот. Поэтому такой вопрос. Все-таки вот каково значение, каково положение модерна в мире постмодерна? Это просто один вопрос такой. Ну и еще один. Talking about Adorno, about modernity, we live and we read now the text of this postmodern authors as well. Adorno, I think it was also on the brink of modern and this postmodern type of philosophy. So my question relates, how do you see this postmodernity situation? And even postmodernity now people talk. Well, there are various Baudrillard. How can you comment upon them? Sure, it's an interesting and complex questions, and there are various notions of postmodernism. Let me just emphasize the problem of skepticism that might be connected with some notions of post-skepticism.
And if you go into that discussion, you have to, I think, to be relative critical to the stand of the postmodernist. I think they easily end up in self-referential problems in claiming that true is relative is itself a problematic aspect, just to take that part of it. On the other hand, there are sure, I mean, if you look at Foucault, etc., there are good critical aspects of it, but there is something with the main position. But if we go into that, that's really where you have Apel, Habermas and the discussion between the two and our discussion with the first generation of the Frankfurt School. These are deep and difficult questions. Это очень обширный вопрос, и он исторически уже в плане того, что это дискуссия и Хабермаса, и сам вообще постмодерн, если мы говорим о новом скептицизме, о постскептицизме, о том, что все является относительным в формулировке постмодерна, и вот этот вот новый скептицизм, сами основы постмодерна, они достаточно нетвердые. Но в то же время в критическом варианте, ну, тот же самый Мишель Фуко, конечно, постмодерн очень силен. Но, как я уже говорю, это и дискуссия с основателями Франкфуртской школы постмодернистов и их критика. И это очень-очень, ну, долгая дискуссия, скажем так. Мы просто можем обозначить какие-то точки в данном формате. У Ильяса есть вопрос. Ну, тогда еще один вопрос. Спасибо, профессор. Спасибо, профессор. Еще один вопрос еще. Вот. Хотела бы спросить все-таки, где начало модерна, историческое, так сказать, начало? Совпадает ли начало модерна с началом капитализма, капиталистических отношений, вот, так сказать, анализ которых мы хорошо, мы находим в «Капитале» Маркса. Когда возник капитализм, его сущность, все это представлено в его труде фундаментальном. Так вот, был ли это модерн уже? Судя по тому, что вы делаете броски в историю, начиная с Наполеона и даже дальше продвижение, то размывание вот этого границ возникновения модерна, оно как-то происходит. И непонятно, когда же все-таки возникает модерн. Все ли является модерном? Вся история. Historically, when can we say modern will has started historically? Can we associate modern with capitalism? Because you are making so throws to history, to Napoleon, to other aspects, to like even like before in like 13th century. But does modern start with or has modern started with capitalism? Has it any relations, relevance to this Marxian understanding of capital as well? When was the start of modernity for you? Oh, yeah. Again, a very important and difficult question. And certainly Marx had contributions to the notion of modern societies and modernization, no doubt about it. I'm a kind of neo-Marxist myself. But it all depends on what you are emphasizing. Classes, that's one aspect with modernity. Institutions is another aspect. I mean, when market economy came about, differentiation of state, market, etc., etc. And if you go to the intellectuals, you can go back, I mean, to the old Greek, if you like. So it all depends on the aspect of modernity and modernization that you would like to emphasize. As I see it, I would see it rather as a long historical process and with various kinds of approaches along the road. Исторически это длинный процесс, и поэтому очень много аспектов. То есть формирование классов, например, это можно отнести к началу модерна, когда классы формировались. Можно говорить о формировании институтов, то есть когда институты рыночной экономики были сформированы. И Маркс, естественно, совершил огромный вклад в это понимание. Я сам не марксист. Вот так. Thank you. Спасибо. Спасибо. Пускай теперь другие вопросы задают, а то я тут займу время и не дам другим выступить.
Yes, you had a question. Можно? Вопросов много, конечно. Можно, да? Косиченко? А, там в чате, пожалуйста, Анатолий Григорьевич. Профессор Косиченко, Анатолий Григорьевич. Вопрос мой вот такой. Вот глобализация является самым таким существенным процессом в современном мире. И, как известно, она все унифицирует. Удается ли скандинавской модели, в частности Норвегии, сохранять свой специфический путь? Если удается, то как? А если есть какие-то потери, то в чем? Спасибо. Now, question about globalization. It is unifying universal process to everyone. And this under pressure of globalization, the Scandinavian model, do you feel this pressure of globalization? Are you able to preserve your unique features? And again, it's about the special part of your model, please. Yeah, again, a very good and important question. And certainly the whole so-called Scandinavian model is under pressure. It's no doubt about it. If the rules are such that capital and commodities and persons can move freely across borders, that the rules are the same all over the place. I mean, how can the cultural aspects of the Nordic model then survive? So the pressures are very real, and to which extent it will survive is, and to which degree is an open question. It's no doubt about it. And there you have all kinds of problems institutionally, legally, morally. With whom should one have solidarity with the country's own people, underclass, etc.? Or will people everywhere in space, or also with those who will live after us in future generations, and how should we take those into consideration? And still, I mean, have the kind of institution we have today. I mean, it's all up there in problems. And that's exactly why I say that the challenges in the world are such that the need for discussions and different aspects to be taken into account is so urgent. But the short question is that it's a big issue, and I do not think that anybody could have any view on how that will work out with the model. Конечно, существует огромное давление глобализации, потому что это свободное передвижение товаров, идей, универсальные правила, и скандинавская модель находится под огромным давлением глобализации, так как у нас вопросы в обществе. В Норвегии должна быть общая солидарность именно норвежцев или же солидарность со всем миром, с людьми всего мира, то есть проблемы только норвежцев всего мира или проблемы будущих поколений, которые будут жить. То есть этот вопрос, он также на повестке дня. И раз существует такое давление, никто не знает ответа, что происходит с глобализацией, но самое главное, что мы можем обсуждать эту глобализацию раз, и о том, что вот эта вот открытая дискуссия, она позволит найти какие-либо решения. У Алексея Швидко был вопрос, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть. Позвольте, я спрошу. Нигмет, не надо переводить. Большое вам спасибо за работу. Не надо переводить, я вначале объясню. Значит, я задам два простых вопроса. Один о так называемом постфордизме, а второй об одном знаменитом шведском таком житейском принципе. Dear Professor Skirbek, thank you very much for your lecture. Thank you. I have only two small questions. First of all, can we use now the special term, so-called post-Fordism, to modern Norwich society? Post? Post-Fordism.
I didn't get the last post. Post-Fordism. Fordism as this conveyor type of things, and now post-Fordism. Some specialists say now that in the beginning of this century, it was Fordist society, but now we can see the development of the post-Fordism society. Can we use this term for the modern Norwich society? I didn't get the post. What? It's something with a song. It's about Ford. You see, it was a Fordist model of production, and now it is a post. So, you mean Ford? The Yes. Yes. Okay. Ford. Okay. I say about Ford and his system, how they produce and. Okay. I have it. Yes. Okay. Yes. Yeah. So is there any post-Fordism in Norway? How do you manage? Is it applicable to Norway, I guess? Спасибо, Нигмет. Yeah. Просто. Is a question how we organize the work situation in industry, for instance? Is it that what it boils down to? Is the way we organize labor? I'm not sure I got the concrete point of the notion. It's not used that much in Norwegian discussion. So, ну, в Норвегии это в общественной дискуссии такой термин не присутствует. Вопрос о том, как у нас организован труд на производстве, именно как вот в этом плане. Okay, thank you very much. And the second small question. Okay. A lot of Sweden, many Swedens say that their universal principle of life in Sweden is lagom. Уважаемые коллеги, многие шведы говорят, что вот наш универсальный принцип бытия называется словом лагом. Can you say to me and my colleagues about maybe in Norwegian society is lagom. Lagom? Yes. Yeah. Well, that's an interesting term. It means that it's not perfectionism, but it's that which is enough. And I think for all practical reasons, that's good. And also in some intellectual collections, that what we can get is very often or mostly not perfection, not intellectually, not in the arts, not in society. But you can improve, you can make things less bad than they were and they elsewhere would be. So lagom in Swedish, we do have similar terms in Norwegian, means that it's enough and it's balanced and it's fair enough. And I think it's a realism behind it, which means that you do not end up in fanatism or irrealistic positions. And yeah, I think it's a good virtue if you ask me, I mean, personally. Yes. Thank you very much. Please, Nigmet, translate. Да. Вопрос был о том, что в шведском языке существует такое понятие, как лагом, которое означает, что оно означает, есть ли эквивалент в норвежском? Ответ о том, что лагом – это вообще ну, такой баланс, отсутствие перфекционизма, о том, что отсутствие, если вы что-то делаете, вы можете это улучшить, но не надо думать, что вы сделаете это навсегда, и это будет супер. То есть все без фанатизма. И это относится не только к общественным, физическим каким-то делам, но также и к интеллектуальным. То есть мы улучшаем в меру своих сил без фанатизма. У Ильяса был вопрос. Пожалуйста. Спасибо большое. Thank you very much. Thank you for your questions. Ильяс. Микрофон. Ильяс, говорите.
Ильяса не слышно. Вопрос записан в чате, посмотрите. А. Угу. Так. Вы можете прочитать. Здесь вопрос был от Мухамеджана, от студента насчет... так. Алексей Александрович, у Ильяса можно пару вопросов и все? Мухамеджан is asking question. He's my student. But okay. He can read it in the chat. And the question is, how is it possible that UK built all inclusive political apparatus? Lecture was about Norway, but question is about UK and generally European countries, this inclusive type of society with a in the light, in the context of monarchy. And I think it's more like historical question for self-study by the students, but still. Did I get it right? The question of monarchy in Scandinavia in relation to the UK, is that the question? Yeah. Question, how is it possible to build an all-inclusive political apparatus when people, they often solve problems through parliament, petitions, trade unions, and take away this power of the monarchy? How does it, they could suppress it by force? Why is all these privileged classes, they were silent when this public popular forces, they were pressing for their own rights? How was it possible they were not protecting their privileges? Why they didn't kill them all? I'm sorry. Because it, the way examples of civil wars. Вопрос от студента был, почему вообще вот привилегированные классы, они, вот это давление масс, тем не менее, ну, перенесли. То есть они не стали сопротивляться за свои собственные привилегии. Yes. I'm not sure I got the question right. But if you take the question about monarchy, then the main point is that in Norway and also in England, gradually, we talk about constitutional monarchy, meaning that the monarchs nowadays they have no power. What? Yeah, they are more in the media and no political power whatsoever. They are more emotionally important in the UK than in Norway, but the Norwegian royal family is popular because they are all right guys, but they have no power, actually. And if you go back also for a couple of hundred years, actually, the king was not that important. The Swedish king we had from 1814, he was actually a former general of Napoleon, Bonaparte, and he didn't even speak Swedish. He spoke French all his time, and he was not a very important political figure in Norway for several reasons. So the monarchy is at that stage. Earlier, it's different. Early, it's different. But at that stage, monarchy is just a formal affair. And why the upper class didn't defend their privileges. First of all, the Norwegian state officials didn't have many privileges. They weren't very rich. All they had was political power, and they had it because they had the position from a university. They had no, that's where they came from, and what that was their background. What is amazing is that they, in 1884, didn't use, at that time they could have used it, but any other time of it's, there are no reasons why they should and could, and they have no resources for it. So in that sense, it was a, how should I say, a lucky constellation. But I'm not sure that's the answer to the question, but. Ну, и в Великобритании, и в Норвегии монархия, как вы знаете, она конституционная. То есть она декоративная, может быть, в Великобритании люди больше чувствуют эмоциональную связь с монархией, чем в Норвегии. Но и в Норвегии тот монарх, который был шведский, ну, после унии, это был французский генерал Бернадот, он даже по-шведски, по-моему, не говорил какое-то время. И он уже был, ну, такой антимонархического склада, то есть это были
формальные какие-то декоративные дела. Но возвращаясь к Норвегии, почему привилегированный класс не защищал свои привилегии? Ну, во-первых, они не были прям сильно привилегированными, вот этот вот класс госчиновников. У них была как бы, ну, какая-то собственность была, но они были достаточно бедными. И они прошли университеты. Но почему они в 1884 году не стали защищать свою... У них единственная была власть. Почему они не стали ее защищать? Ответа нет. Возможно, это было счастливое стечение обстоятельств, и звезды так легли. Historical coincidence, constellation of factors. Ильяс, are you going to ask your question? Да, у меня не вопрос. Yes. Меня слышно, да? Слышно. А у меня даже не вопрос, у меня просто как пояснение на правах выпускника философско-экономического факультета и человека, который начинал свою трудовую деятельность в Институте философии и права тогда. Я хотел бы сказать, что сегодняшняя лекция не состоялась бы, если бы не персональные усилия моего норвежского друга, большого интеллектуала, человека, который знает несколько языков, психолога, который сейчас до сих пор держит себя в интеллектуальной форме, изучая каждый день латынь. Это Кнут Эрик Огард, большой друг нашего посольства. Еще раз, пользуясь случаем, хотел бы пожелать ему всех благ и еще больше реализовать проекты совместно с Казахстаном. В этом году, в начале года, Кнут Эрик был в Казахстане, посещал Казахстан, остался очень доволен и считает, что он поездил на коньках на Медеу, вспомнил норвежских выдающихся энкобертцев таким образом. И надеюсь, это не первая, не последняя будет его поездка в Казахстан. Ну, а также я хотел бы пожелать всем участникам большое спасибо, что откликнулись на лекцию. И думаю, уже в ближайшее время мы все-таки сможем воочию в Казахстане увидеть легендарного философа Гуннара Скирбека. Доктор Гуннар, Ильяс is expressing his gratitude to Knut Rikard, yes, who was in Kazakhstan, who enjoyed Kazakhstan and who is a great friend of Kazakh embassy. And it's also excellent opportunity to meet with you. And thank we appreciate all the participants who had time and effort to join. People, we can stop now, and we will start tomorrow again, the same time at 3:00. Okay? Yeah, please, and show the last picture, because that's something that I would like to show. And then I'll thank you all. And the next one. I'm sorry. Next one. Yes. Next. Yes. Yes. For those, I would thank you very much for those who have listened to me and for those who have had questions. I appreciate it very much. I appreciate very much being invited. And if you have anything you want to say and take contact with me, please just write to me. You'll find my email on my homepage. So thank you, and this is one of my writings on problems that I've just shortly referred to in this lecture today. So thank you very much, and keep in touch with me, and just write and take contact if you think you have something you would like to discuss or take contact. Okay. Thank you very much for your patience. Yeah, thank you very much. Грета Георгиевна, там его вот эта статья как раз про пост-трус, пост-истину, вот весь этот постмодерн, фейк ньюс 2019 года. Но он, видимо, на сайте, и его вы можете найти. So thank you very much. We have other questions, but we will cover up, I guess. Yes. Thank you very continue? Much. I think, we can continue tomorrow. Diaz, thank you very much for your question. I will save it for tomorrow. We will start tomorrow with yes. Okay. And we'll start tomorrow at 3:00. Good? Yes. We can have again the sound check a little bit, but we will continue like by ourselves.
Окей, господа, завтра в 3 мы заново встречаемся. Нигмет, без опоздания. Ну, без 15 я уже открою конференцию. Окей, thank you very much. I stop my recording. Yes. Thank you. Bye now. Нигмет, спасибо за качественный перевод. Thank you, thank you. Так, as I say. Окей, bye now. Thank you. Thank you. Bye-bye. I look at the chats.